Привет, мы продолжаем проходить зов Ктулху. Остановились мы на том, что мы, в принципе, остановились прямо в процессе поиска Рут, девушки Брайана Бёрнема. Он нам приказал, в приказном порядке сказал найти ее. И мы этим занимаемся, потому что мы, как обычно, на побегушках у всех, у кого только можно. И возражать просто не умеем. Ну, это Джек Уолтерс, что тут скажешь? Так, мне сюда, видимо. Закрыто. Закрыто. Это какой-то, я так понимаю, соляной завод, потому что там я в предыдущей части перестрелял кучу народов в цеху, похоже, фасовочном. Так, ну и что, я сюда только из-за записи, что ли, ходил, я не пойму. Так, ну, видимо, да, надо назад возвращаться. Потому что, кроме как того, что тут закрыто, тут больше, насколько я вижу, ничего нет. Так, у нас есть Томми Ган. Довольно хреновое, кстати, оружие в реальности-то. Но в игре, судя по всему, ультимативная такая BFG местная. 9000. Так, я, видимо, пошел правильно, потому что других идей у меня нет. Сюда я как-то прям так чуть ли не на автопилоте прошел. Так, и что у нас здесь? Что-то неужто тихо? Давайте по-тихому. Меня многие спрашивают, почему я в приседе хожу постоянно. Так вот, блин, в приседе намного менее заметен наш главный герой, так что хватит меня доставать тупыми вопросами. Если я хожу в приседе, значит, это так нужно. Если кому-то не нравится, то сделайте свое прохождение, где вы будете гордо в полный рост ходить, вас будут убивать, как, не знаю, последних там. Ну ладно. Вы поняли, я думаю, правильный мой посыл. Хватит учить меня играть, я по-любому наверняка играл в игры больше, чем вы можете себе представить. Так, и что? Эти ключи... зачем они мне? Сейчас разберемся. А вот... Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Ох, ну озвучка, конечно, режет слух, это кошмар какой-то. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Замолчи, пожалуйста, замолчи, замолчи, скотина. Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Рассредоточиться! Рассредоточиться! Охереть, вот этого только не хватало. Обыскать местность. Найдите его. Чужак! Покажи! Так, это становится все интереснее и интереснее. Они меня сразу уже видят, да? Ну ни хрена так все приколы у вас, ребята. Так, что, меня кончили уже, что ли? Нормально так. Просто порубали в капусту. Так, и что, мне по новой все бежать? Отлично. А что мне тут делать, если их столько набегает-то? Да уж, дела. Давайте-ка мы сразу возьмем ружье. Хотя он, конечно, его засунет себе в одно место, как только начнется кат-сцена. Так, блин, у меня все привычка нажимать Е для использования вместо F. А здесь Е у нас наклон. Я параллельно прохожу Condemned. И там у меня на кнопке Е было, собственно, использование разнообразных предметов. Так, ну что, если я сейчас схвачу, куда мне надо бежать, давайте осмотримся, я не знаю, потому что выжить там, по-моему, просто нереально.
Так, ну я не вижу другого выхода, кроме как сразу после этой кат-сцены бежать обратно в свою норку. Джек, я наверху! Ух, блин, как ты меня раздражаешь своим голосом, а? Ты что тут нельзя пропустить. Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Ой, ну вроде бы вот, казалось бы, симпатичная девушка. Из-за этой озвучки она единственное чувство, которое у меня к ней возникает, это ненависть и желание ее убить просто. Это же кошмар какой-то, блин, не голос, а как будто наждачка по стеклу. Ну давай, давай, дайте мне управление уже. Ой-о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 й
Да что ж за кривизна-то? Ну это капец какой-то. Давайте еще раз попробуем. Не бойтесь, я этот разговор в этот раз вырежу, чтобы вы не слышали. И может даже вырежу прошлую смерть, чтобы не смотреть вам по 100 раз. И все эти глупости. А мне придется, конечно, терпеть. Видите, на какие я иду лишения ради вас, дорогие зрители. Просто непередаваемо. Давайте послушаем эту овцу по новой. Передоточиться! Ой, пожалейте мои уши. Да блин, все shift нажимаю по привычке. Ну ладно, вот так я думаю будет нормально. Так, еще там есть желающие, нет? Сейчас пару пассажиров привалим за то, что они такие. Вон там, взять его. Ха-ха. Ладно, я в принципе потешил свое эго тем, что я намного умнее их. И теперь я думаю, мне нужно наверх туда, эта дверка открылась. Ключи, потому что у меня есть. А эти тупые боты пусть и дальше топчутся там. Воевать с ними, как я понял, просто бессмысленно. Так, ну сначала мы подлечимся. Да, это просто ужасно. Просто ужасно. Так, ой, пардон. Ну-ка. Открыто. Ну да, это было верным решением. Так, подзарядим наш обрез. И, собственно, куда мы попали? Так, они меня видят? Нет, я не пойму. Я уже понял, что мы оказались в том же зале, только повыше. Это меня не особо радует, потому что стволов у них просто... просто куча. Ой, девушка, еще бы ты помолчала. Лучше некуда. Терпеть не могу высоты. Так, я надеюсь... Блин, ты падать не будешь сейчас? Потому что... если я вниз посмотрю, то меня начнется сейчас сразу глючить, и ты начнешь сам произвольно смещаться то влево, то вправо. Так, ну и что? Здравствуй, девочка. Давай, милая, Брайан ждет нас сзади. Я не смогу пройти по стропилам. Вам придется открыть эту дверь. Ну ты, кисуля, конечно, даешь. Все-то тебе не так. Я со своей боязнью. Помоги мне! Ох, как же ты меня раздражаешь, а? Выбираемся отсюда. Веди нас.
Так, выходим. Аккуратненько. Danger. То есть опасность. Ну, видимо, мне в это окно. Давайте-ка возьмем, я не знаю, Томпсона. Я думаю, мне пригодится. Так, только я не могу что-то выбрать. Сейчас, секунду. Вот так. Блин, не беги вперед меня. Еще аптечка. Видимо, сейчас со мной случится что-то нехорошее, потому что просто так аптечки тут, по-моему, не дают. Давай, Рут, скорее, чё? Неужто мы выбрались? Держись! А, Брайан. Проклятие! Да, поездка была не очень долгой. Но тем не менее. Это кто такие были, я не понял. Какие-то чуваки в шляпах. Но, по крайней мере, они не были похожи на последователей Дагона. Вроде правильно я сказал в этот раз. Вот меня уже задолбали в комментах писать, что Дагон, а не Дагон. Как будто это имеет какое-то критическое значение. Так, а что происходит? Я опять в дурке, похоже. Опять я... Похоже, сцена с гибелью этой девочки очень уж сильно впечаталась Уолтерсу в память. Потому что вспоминает он ее чуть что. Так, я опять в дурке. Это какой-то, блин, бардак. Как я здесь оказался? И тишина. Ты обо чем мне не спрашивал? Не забывай, кто финансирует эту чертову психушку. Агент ФБР? Хорошо. Вот кто это был. Что ты мне колешь, собака? Он проснулся. А, мистер Уолтерс. Наши друзья в полицейском управлении Бостона считали вас героем до того, как вы умом тронулись. Я Федералы. Не люблю героев, мистер Уолтерс. А меня ваше мнение не интересует. Кто вы вообще такой? Джи Эдгар Гувер из бюро. И на вашем месте, мистер Уолтерс, я бы следил за своими манерами. Так, зачем вы приехали в Инсмаут? Так, зашел к одной девушке. Мне последнее время не везло, вот захотелось компании. А, вранье. В Инсмаут ездят лишь два типа людей. Опа. Преступники и дураки. Да вы вообще что ли охренели? Вы не похожи. Внешность обманчива. Хватит бить меня. Ясно. Доктор Хартстром.